Вот ведь, понимаете, мне кажется, такая история вышла. Мы в какое-то попали опасное место. Цивилизация начинает нас захлестывать. И если мы, конечно, может быть, мы так разгуляемся весело, что просто она сама захлопнется и вопрос снимется сам. Но если мы еще все-таки планируем на этой планете какое-то время провести, мы, я имею в виду, как биологический вид, то, может быть, стоит подумать, ради чего. Вот когда вот меня всегда интересует, вот люди там, я не знаю, купил он уже себе две яхты, купил два самолета, купил он себе остров и еще один остров. Ну что с этим делать? Вот я вам клянусь, что я правду говорю, я вот искренне не понимаю, вот зачем это нужно. Ну вот что с этим делать? Это же какое-то безумие. Ну давайте купим 8 килограммов сыра Рокфор. Что делать-то с ним мы будем? Это какая-то такая совершенно неправильная установка на то, чтобы все должны жить лучше в смысле больше есть или лучше в смысле больше читать. Я бы согласна была на ответ, что мы так разгоняемся быстро с этой цивилизацией для того, чтобы были два моих любимых предмета, чтобы они работали вместо меня. Первый, без которого я с собой кончаю, это стиральная машина. Я ее люблю больше всего во Вселенной. На втором месте находится посудомоечная машина. И их аналоги, понимаете? Но ради чего мне это время? Ради того, чтобы я его сплетням, так сказать, посвятила. Так тогда пусть электроэнергию не используют эти машины мои любимые. Если мне это время нужно для того, чтобы прочесть те книги, которые хотя бы у меня дома находятся, я их почти ненавижу, потому что я знаю, что я уже загнусь давным-давно, а часть из них все еще будет стоять непрочитанная или прочитанная по диагонали. Вот если мне на это нужно время, чтобы не услышать оперы, чтобы мне чаще ходить в филармонию и в прекрасные залы, как питерские, так и московские, европейские и прочих других чудных мест на Земле, или чтобы мне молча походить по морскому берегу и послушать лучший звук из всех, какие природа создала, именно звук воды этой, прибоя. Если для этого – да. А если для того, чтобы мчаться с высунутым языком, покупать очередную сумку Prada, то я не вижу смысла в том, что делали наши античные предки, в их числе, и все мы знаем, Гомер, Аристотель, Платон и дальше по большому списку. Ради этого они создавали великую цивилизацию, чтобы к такому пришло. На этой бравурной ноте я готова закончить. Спасибо.